автомобиля двигатель 8 цилиндров. Посмотрите, какой красавец. Вообще, конечно, Мустанг — это по-настоящему культовый автомобиль. Не только в Соединенных Штатах, во всем мире. Я вот смотрю по количеству зрителей и фотографов. Он привлекает действительно повышенное к себе внимание. Да, один из красивейших американских автомобилей. Илья Андрусенко деликатно проезжает наиболее опасные препятствия, но подъезжает к стенду шутливого конкурса «Вашу шляпу, мессия». 198 км в час максимальная скорость Форда Мустанг. Еще раз напомню, автомобиль 1969 года. Владеет Илья Андрусенко этой красотой уже 4 года.